Эй, народ, у меня тут презервативы. А как же презервативы? Я должна выбраться отсюда. То есть порыться в шкафчиках во всех домах. Теперь я точно в безопасности. Пусто. Тоже пусто. Снова пусто. Опять пусто. Пусто. О, спрей для волос. Есть кто-нибудь? Пожалуйста, помогите нам, прихватите ружье. Я здесь, чтобы помочь. Ты идиот, мы больше не можем убивать друг друга. О, ну это не весело. Чат, ты серьезно? Неужели так сложно залить бензин в машину? В любом случае, я должна это сделать, у меня больше интеллекта. Знаешь, я думаю, я делаю все правильно. Думаешь, что делаешь все правильно? Откуда ты вообще знаешь? Я думаю, было бы проще, если бы открыл топливный бак. Вы это слышали? Да, что-то типа ка-ка-ка. Ха-ха-ха. Нет, больше похоже на чиу-чиу-чиу. А, а, а. Нет, это кет-кет-кет, мяу-мяу-мяу. Все здесь немного ошиблись. Привет, ребята. Я композитор Гарри Манфредини. И это ки-ки-ки, ма-ма-ма. Этот голос напоминает Джейсону слова «кил-кил-кил, мам-мам-мам». Так ты способен телепортироваться? А зачем хватать? Не может быть. Не, по канону. Фильмов. Господи, это что, труп? Нет, это песик. Привет, мое имя Джей, я песик. Гав, гав, дай лапу. Господи, они мертвы. Ты каждый раз будешь орать, когда мы найдем труп. Господи, боже, она завелась. Я буду направлять. Что ты делаешь? Я пытаюсь найти хорошую музыку. Веди уже машину! Ладно. Поехали! Алло, пожалуйста, пришлите помощь! Мне очень страшно, мне кажется, там Джейсон снаружи. Неважно. Назад! У меня кастрюля! О боже, выход! Что за черт? Невидимая стена в лесу? Я спасен! Я в порядке. Я в порядке. О, забей вообще. Не бойся, я спасу тебя. Стреляй в этого маминого сынка. Я знал, что должен был взять больше, чем один патрон. Да уж, должен был. Большое спасибо за просмотр. Поставь палец вверх, а также не забудь написать комментарий под роликом. Не забывай. Я их все читаю. А также не забудь посмотреть предыдущие ролики на канале. Озвучку Fresh Kids. А также ролики по Мидканьону. А у микрофона, как всегда, был Элиас. Увидимся.